Обращаю внимание на соблюдение стандартов операционных процедур и правил техники безопасности. Если растительность шевелится, если что-то подозрительное, немедленный доклад. В случае изменения ситуации с безопасностью, быть готовым к эвакуации. Основной показатель нашей работы – это количество качественно очищенной территории. Приезжаем на поле, одеваем свое ППИ, берем оборудование, нам руководитель рассказывает, кто чем занимается, и идем на свои места и начинаем работать. Мы используем систему маркировки, которая включает в себя, скажем, деревянные колышки, а также крашеные камни. Красный колышек обозначает границу между опасной и безопасной зоной. Хотелось внести свой вклад в помощь обществу в очистке земли, скажем, от этих опасных предметов, чтобы люди могли безопасно передвигаться, аграрии могли спокойно хозяйство на этих полях проводить.